Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Кот Рыбак или Поймай Рыбку, если сможешь. Рыб поймано на острове 50. И я за это получаю 9250 монет. Слушай, ну это круто. Новое достижение, ко всему прочему. Богатей. Да ладно тебе, прям богатей. Так, что у нас за новости? Давай посмотрим. Так, погода, пишут, отличная сегодня. И опять же новое достижение. Распорядок дня. Слушай, я думаю, что нам, наверное, с тобой лучше всего пойти и порыбачить. Гарпун я улучшить не могу, да, наверное, он дорого стоит по улучшению, 13 тысяч. А баллон кислородный 12 900. Это говорит только об одном, что нам нужно с тобой заработать немножечко монет. Совсем капельку. Ну что, у нас здесь миссия, кстати, еще. Да, нам нужно поймать свинорыб. 3 штуки. Ну что же, вперед из песни, как говорится. Я не буду отчаиваться, будем с тобой выжидать тех самых рыбок. 50-й денек у нас с тобой. И будем ловить вот этих пока рыбок. Угу. Отлично. Отлично нашинковываешь, рейчик. Давай, опа. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, ну как же так? Ну зачем же надо было вот в медузу-то в эту бомбить? А ну-ка давай так сделаем. Правильно, ребята, заметили, да? Рэй, ты говоришь... Да. Очень много пропускаешь, как говорится, вот этих вот сеток. Кормушек. Кормушек, я не имею в виду, вот этих вот. И сетки. Ну, как ты понимаешь, у меня кончился кислород. Ничего страшного, друзья мои. Сколько я заработал монет? Можно мне посмотреть сумму? Так, достижение какое-то я опять получил. Охотник на рыбешку. Любовь к боли. Да разве это достижение, ребята? Бывало и получше у меня, как говорится, рыбалка. Эй, как делишки? Мы с капитаном Бульдогом делаем аквариум. В нем будут восхитительные моаи и золотые статуи. Говорят, у рыбаков аквариумы сейчас в моде. Ты не хочешь себе завести? Я хочу. Так, из-за продолжительной аномальной погоды значительно увеличилось поголовье медуз. Берегись ударов током и не дразните их лишний раз. Ну зачем медузы, а? Так, давай-ка посмотрим, что... Нет. Аквариум, если ты хочешь его развивать, то готовься очень-очень много вкладывать сюда денег. Я как бы сейчас, честно говоря, не хочу вкладываться. Мне нужно хотя бы, ну, самому раскачаться. Да и свинорыб нужно поймать мне. Вот я жду, когда же они появятся. А они почему-то не появляются. Большой косяк. Большой прям косяк, говоришь? Ну и где же этот большой косяк? Давай вот так вот брошу. Пускай... Вот так вот все тут поймаем с тобой. Джекпот. Да какой же это джекпот, ребят? Тоже мне нашли джекпот здесь. В медуз лучше не стрелять. Мы с тобой уже убедились, что ни к чему хорошему это не приводит. Опа. Поймал. Поймал, поймал. Иди сюда. Подтянули. Опять медуза, ребят. Надо быть аккуратнее. Если я попаду в такую вот здоровую медузу, мне сразу, ребят, скорее всего, кислород закончится. Сразу же. Так, пускай они уплывут все, а мы с тобой будем потихоньку здесь уже. Во! Комбо 2! На, блин, опять они. Они не дадут мне сегодня порыбачить. И встают, главное, именно в ту зону, где я стреляю. На-ка. Слушай, вы запарили меня тут уже. Ай-яй-яй, промахнулся. Ну ничего страшного. А вот они опять. Да, действительно. Слушай, уже вот эти рыбы появились. А где эти свинорыбы? Свинорыбы. Они должны были, по-моему, еще даже раньше прийти. Ого, на-ка. Поймал я ее. Гигантскую такую, а. Опачки. Что-то у меня там, друзья мои, с кислородом, да? По-моему, все очень плохо. На. Упс, подтянули. Вот она. Эть. И в итоге я сфейлился.
В итоге, ребята, я сдулся, ты понимаешь? Я начал палить, куда ни попадя, и все завалил. Хотя, подожди-ка. Смотри-ка, я поймал рыбешку, которой у меня не было до этого. Слушай, деньги лишними не будут, это уж точно. Итого я получил 1327 монет. Так, мы с тобой отсюда сматываемся. Так, что у нас тут в новостях? Погода хорошая, говорят. Ну что же, это хорошо, что погода хорошая. А я, наверное, кислородик все-таки прокачаю. Или гарпун. Погоди-ка, а может быть нам лучше вообще накопить на новый гарпун, а? А на какой? Скорострельность, но протыкание слабое, да? Ага, расход воздуха слишком большой, ребята, идет расход. А эти уже за металлолом идут. Ну что ж, я думаю, тогда надо прокачивать кислород. Вот так вот. Уж не знаю, насколько много мы с тобой тут получаем, но вариантов у нас все равно нету. Хороший день, не хуже других, говорят. Окей. А раз не хуже других, мне нужно поймать 3 свинорыбы, ты понимаешь? 3! Неужели так тяжело их поймать? Нет, поймать-то их может быть не тяжело. Тяжело их дождаться. Вот это да. Давай бомбить. Так еще музычка расслабляющая. Твой, глядишь, уснешь под нее. Маленькие медузки гуляют себе по просторам. Так, по просторам надо быть предельно аккуратным. Ну-ка, иди сюда, пузырь. Вот. Ай-яй-яй. Опять начинаю ерундой страдать, друзья мои. Опять начинаю страдать ерундой. Опа. Всех скопом. Да улетает сюда. Норм. Отлично. Так, а вот рыба-пузырь, по-моему, да? Угу. Она же дает кислород. Так, тут тупоносик идет. Ай-яй-яй. Если бы я еще попадал бы в этого тупоносика. А это сразу раздувается, да? Сразу раздувается, и его фиг поймаешь. Вон, уже и хищники пришли. Ну, уйди отсюда, ты же мне мешаешь. Дай-ка я брошу сюда вот так вот. На. Давай-ка вот этих хотел оглушить. Ага, вот пузырь. По-моему, он дает нам кислород. Я могу ошибаться, ребят? Нет, я не ошибаюсь. Он действительно мне дал немножко кислородику. Где свинорыбы? Вот они, ребята, свинорыбы. Так, надо нам как-то подловить. А он сзади крутится, да? На-ка! Да какого лешего вы сожрали мою рыбу? Вот еще одна. Ать! Да! В плане... Я попал в медузу, ребята. Я попал в медузу, которая где-то внизу там всплывала. Ты представляешь, я не поймал опять ни одной свинорыбы. А те, которых я поймал, вот эти вот гаденыши их съели просто-напросто, ты понимаешь? Да не надо мне. Я не для этого тебя ловил. Ты вообще чисто случайно попал мне. Ты понимаешь, вот эти охотники, они пришли и просто съели. Так, что он там видел? Привет, дружище, видел сегодня в пещере интересную рыбу. Она как будто была из камня. У нее такая крепкая кожа, что мой гарпун от нее отскакивал. Я ее упустил, потому что закончился воздух, но в следующий раз непременно поймаю. Лови. Это камни-рыба, а у нас она, по-моему, поймана, да? По-моему, она у нас поймана. Блин, свинорыбу не могу поймать. Да что ж ты будешь делать? Мне вот это вот... Сегодняшняя цель моей серии — поймать 3 свинорыбы. Буду тут пыхтеть, я не знаю, как паровоз, но я поймаю их. Понимаешь? Я их поймаю. И они никуда от меня не денутся. Так, давай-ка мы этих литков с тобой вначале выловим, чтобы не мешались они нам. Медуз, в принципе, тоже можно было бы вот этих выловить. Не всех, правда. Вот почему-то большую мы с тобой не зацепили. Окей. И гарпуном их, правильно, вот так вот. А что ты уже тут делаешь? Вот опасно вот так вот вниз, ребят, стрелять. Потому что если там была бы сейчас медуза, ох, она бы меня, видишь, выплывает.
Как специально. Тихо, тихо, тихо. Мы аж наверху поймали. Да, так лучше, конечно, не рисковать. На-ка. Поймал. Опять ты сюда плывешь. Уйди, уйди прочь. Вот я хочу эту желтенькую поймать. Ага, и видишь, что они вытворяют? Они вытворяют то, что хотят, ребята. Они просто съедают мою пойманную рыбу. Меду, завали отсюда. Ты сейчас ты меня в данный момент просто раздражаешь. Так, они допрыгаются сейчас у меня здесь. Ну? А сородичи своих не едят, понимаешь ли. Вот она. Накося. Вот именно об этом я и говорил. Я именно об этом говорил, что они не дадут, ребята, мне нормально порыбачить. Я надеюсь, свинорыбка еще появится. Ой, зачем ты так? Ух ты, смотри, какая гигантская, ребята. Это должно быть много кислорода. Да я же вот эту хотел поймать. В плане я ее поймать даже не могу. Ты будешь... Ой, ну и корги. Я офигею. Ребята, это рыба полная кислорода. И он ее не хотел ловить. Это как специально. Хотя нет, поймал. Нифига себе я хапнул здесь. Ты посмотри, сколько она стоит. Одна рыбка 1500 монет. Так, и здесь еще 2200. Я, ребята, в этом океане ловлю все, что угодно. Кроме того, что мне нужно, ты понимаешь? Так, что у нас тут? Видимо, металлолом. Где-то созрел. А-а-а, награда за коллекцию. Ребята, а мы с вами повелители рифов. 100 деталей, и это круто. То есть теперь меня пустят на глубоководье. По-моему, так мы договаривались. Как вы поживаете? Я торгуюсь с деталями. Да иди ты, торгуюсь с деталями. Я поживаю нормально. Как я еще могу поживать здесь? Слушай, короче, смотри. Либо мы с тобой... Так, а я все-таки одну поймал. Одну свинорыбку я поймал. Но сейчас мне должно доступно быть... Или не будет? Есть! Есть, друзья мои, глубины. Ого! Первый раз здесь. Глубоководье. Один из трех. На эту глубину уже не проникает свет. Устойчивые к темноте и давлению воды глубоководные рыбы стоят больше остальных. Освети темноту электробомбами и гарпуном, чтобы видеть и ловить глубоководных рыб. Бомбами и гарпуном? Ну я вот тут вот... А, вот как. Ой. Слушай, а если я вот так вот хлебушком прикормлю. Ну, пока я вижу, ребята. Ой, медузы мне не нужны. О, новинка. Поймал. И фиг там, я не поймал ее. Я не поймал. Вот, вот новая рыба какая-то. Вот сейчас я ее поймал. А у меня так быстро кислород кончается. Иди сюда, иди. Иди. Поймал. Давай, 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 давай. Она мне даст кислороду? Я не успел. Слушай, ну, по крайней мере, я увидел одну, ребята, здесь новую рыбку. Ты видел, да? Она подсвечивалась new. И вот я ее поймал. Что же это за рыба-то такая? Напоминает мне рыбу-яблоко, только яблоко здесь, по-моему, какое-то гнилое. И главное, подсвечивай. Подсвечивай, чтобы ловить рыбу. Я ее там в упор даже не видел. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Ага, здесь вот можно, ребята, забрать награду. 5 металлолома. Да, и похоже все. Слушай, все-таки надо, наверное... А! А, смотри-ка, мечта рыбака доступна. Так, сегодня высокие волны, вероятно, образование водоворотов. Рыбам придется побороться, чтобы преодолеть погоду. Да что им там бороться-то, господи? Бороться им. Я вот хочу пойти в мечту рыбака и наловить очень много дорогущей рыбы. Особенно хочу поймать золотую рыбку.
Это прям мечта рыбака, ребят. Ну куда же ты, куда же ты? Так, хаотично не надо стрелять, давай вот так вот. Окей. Тут прям в груду рыбы стреляешь и обязательно кого-нибудь да выловишь. Опа. Так, тихо. Давай, вот кислород я вижу. А почему? Он же должен был отлететь, а он почему-то даже, ребята, не шелохнулся. Вот тебе и мечта рыбака. 774 монеты всего лишь. Но это... это очень мало. Это слезки, так сказать. Да-да, кошачьи слезки. Тут ничего нет. В плане ничего нет, а было письмо какое-то лежало. Так, что у нас здесь? Я что-то опять могу взять. Что тут? Нью. Ага, удильщик. 5 металлолома. То есть в мечте рыбака тоже есть глубоководье. И причем здесь разные стадии. Первая стадия глубоководье, да? Вторая и третья. А апгрейд я могу сделать? Нет, представляешь, мне не хватает. Я вот сижу и думаю, что лучше апгрейдить. Наверное, все-таки буду в этот раз прокачивать себе гарпун. Мне нужна проникающая сильная способность, чтобы рыба не смогла от меня улизнуть. И мне не приходилось по 20 раз стрелять в одну и ту же точку. Ну-ка, нати-ка. Всего 142 монетки. Это, конечно, смех на палке. Давай, подтягивай. 59 монеток. Ну, о чем, ребята, тут может быть речь? Давай все. Опа! И поймал. 117. Конечно же, это смех на палке, друзья. Ну... Нет, пока стрелять я не буду. Стоим, терпеливо ждем, когда эти медузы отсюда улизнут. Хопа. Я молодец, из одной рыбки-то тут выпендриваюсь. Так, вот это вот, иди сюда. Поймал? Это пузырь же, по-моему, да? Да, это пузырь. Кислород всегда нам пригодится. А этого не подбить. Во-во-во-во-во-во. Прискакал, смотри. Поймал я его все-таки. Я его все-таки поймал. Так, тихо. Вот это вот. Ать! Ну-ка. Ну, это не кислородная была рыба, да? Хотя такая же помпушка. Черепаха, ты плыви отсюда. Вот. Вот это вот. Вот так вот. Вот это кислород, по-моему. Ну-ка. Да. И медуза. Ну, конечно же, как... Вот. Ребята, вот сейчас мы будем с вами кое-что делать. Опачки. Давай. Есть. Две штуки, вот третья. Да неужели челлендж пройден, друзья мои? Дай-ка я эту белугу попробую поймать. Или вот этого носатика. Носатика поймал. Ах ты. Ах ты жук. Ты смотри, что они делают, а. Воу. Смотри. Сколько? Она дорого стоит, эта рыба, я помню. 1233 монетки. Да на тебе. В плане. Как так-то? Вот этот охотник, ребят. Как сказать, охотник. Блин. Ну ты понял. Хищник этот, который тырит у меня постоянно рыбу. Но слушай, вот сейчас на самом деле было круто. Улов был идеальный. Сейчас посмотрим, сколько мы с тобой заработали здесь. Я думаю, 1005, наверное, да? Да, почти 6. Слушай, ну это круто. И почти 3000 тут еще. Да, вот они самые эти монетки. Слушай, у нас почти 23 тысячи монет. Так, держи. А он мне дал что, детали, по-моему, да? Так, погода хорошая. Поступает письма от рыбаков, которым снятся одинаковые сны. Это мы уже знаем. Так, ну что, апгрейд? Давай-ка мы прокачаем с тобой гарпун. Хотя, подожди, гарпун. А что у нас по лодочкам? Ага. Абиссинский, чтобы приобрести, нужно 600 металлолома. Это как минимум. Как минимум. Поэтому прокачиваю.
Слушай, ну протыкание неплохое идет. Вот скорострельность, конечно. Но длина веревки тоже неплохая. Так, ну что, накопим с тобой еще 17 500, да? И еще разочек прапаем. Это нужно делать периодически. Так, ну а мы с тобой двигаемся в рифы. Я выполнил задание, поэтому я теперь могу спокойненько отправляться. Ага. Уже вот так вот тут стало показываться все. Смотри, какая страшная рыба. Это рыба-удилищик, насколько помню, или нет? То есть тут в первой волне. Да я даже здесь в первой волне не всех поймал. Как ты видишь, и во второй, и в третьей. И поэтому я с удовольствием пойду сюда. Да-да-да, я хочу на глубину. Там 10% всего выполнено. Они еще меня спрашивают, пойдешь ли ты туда. Конечно, пойду. Вот так вот. Блин, я не знаю, ребят, меня не видно. Подсвечивай, говорит. С помощью чего там? Электромин. Ну ты что-нибудь видишь здесь? Я вот вообще, ребят, ничего не вижу. Вообще ничего не вижу. Я жду новую рыбу. Но ее пока нету. Я не могу понять, почему, когда я вот так вот стреляю, у меня прицел уходит. И тут очень, ребята, быстро кончается кислород. Очень быстро. Наверное, потому что мы с тобой как бы на глубине находимся, да? Другого объяснения. Ох, смотри, какая жирнушка. Да. Это был кислород. Но слишком поздно я его подтянул к себе. Слушай, а где же там рыба-то тогда хорошая, а, ребят? 110%. Не 10, а 110. Как же быть-то, а, ребят? Вот кто мне подскажет, как мне наловить... Слушай, а мы же можем с тобой, знаешь, что сделать? Назад уже... Ага, вот, в пещерах. Мы же здесь с тобой еще тоже не наловили всю рыбу. Поэтому вперед из песни. 44% всего выполнено. Конечно, 58-й день. Будем ловить с тобой здесь рыбу, да? Что это мы с тобой совсем позабыли это место? Вот так вот, фигово. Ну, по одной рыбке-то, господи, ну... Тебя умоляю. Не, ну, совсем никуда не годится. Так, эти медузы тут еще. Вот так вот, всех их. Ага, ага, думает, я его не вижу. Твою же дивизию, блин, медуза, ну куда ты вот лезешь-то? Ой, а это мы ловили с тобой, да? Очень быстро тут почему-то кислород опять кончается. Да его, блин, его не поймать. Пробил. Кислород кончился, но я его поймал. Тут, ребята, я не знаю. Мы, конечно, с тобой прокачаем еще гарпун, да? Ага, все-таки это новенький. Ха-ха, хотел от меня скрыться. А он, главное, не был с пометкой new, понимаешь? Я обычно ловлю тех, у кого есть пометочка. Типа, ну, новенький, да, там. Так, этот у нас про детали. Я пошел опять туда. Мне надо срочно, ребят, туда отправляться. В эти рифы и... Ну, хотя бы большую часть поймать. А у меня всего лишь 48%. А нужно как минимум 50. А то что это за корги-рыбак, у которого даже 50% не наловлено рыбки? Это не корги. Это так, баловство тогда получается. Ну-ка. Опа, видишь как, дуплетиком. Обожаю, когда вот так вот дуплетиком ловишь. По две, по три рыбки. Угу. Так, вторая волна. Давай я вот так, наверное, сделаю. Ой-ой-ой, все туда щеманулись. И правильно. Все должны попасть в мои сети. Опа. Так, тихо-тихо, тут баловать не, особо не стоит. Потому что медузы. Опять эти, да, крабы тут вылезли. А ты новенький или нет? Я вот не помню, ловил ли я тебя раньше. Так, рыба-пузырь. Надо ловить ее. Надо аккуратнее быть, ребята. Ага, поймал кислородик. Не пробить ему панцирь. Ой-ой-ой, эти охотники тут новые. По-моему, кислородик кончится. Да. Есть кто-нибудь из новинок? Мне кажется, нету.
А вдруг есть? Сейчас посмотрим. Покажите мне, пожалуйста, список. Нет, ребят, никаких новинок нету, но зато 3000 монет мы с тобой получили. А нам нужно 17 500, верно? Верно. Поэтому мы отправляемся с тобой дальше на рыбалку. Погода, говорят, прекрасная, хорошая. Так, на глубине за рифами океанское дно покрыто песком, камнями и разбитыми кораллами. Там ползает множество существ. Ну, опа, опачки. Мечта рыбака, ребята, открылась. Блин, и хочется как-то аккуратнее здесь ловить, и не получается. Понимаешь? Меня все время куда-то сносит в какую-то сторону. И именно туда, куда не нужно. Угу, закрутился. Есть у меня, конечно, вот такая сетка. Наловлю. Оу, 1318, не кисло. На тебе. Где кислород? Ага. Так, подожди, а? О. Жалко, что не могу кислород также поймать и подтянуть к себе. А постоянно двигаться в направлении, ну это тяжело, ребят. И опять же 53%. То есть новых рыб я здесь не увидел и не получил. Странно. Так, ладно, здесь все понятно у нас. Кстати, мы можем с тобой прокачать либо баллон. Баллон, наверное, будем. Или все-таки гарпун. Давай гарпун. Ой-ой-ой, 22 тысячи следующее будет улучшение, ребята. 22 тысячи. Ну, я надеюсь. Мне, правда, говорили, что этот гарпун не очень хороший, которым именно в данный момент я владею. А что такое 110%? А, это пошел, ребята, второй круг. Получается, да? Или что это? Не знаю. Опа. Доплавались тут. Ну-ка, иди сюда. Так, медузы эти. Блин, терпеть не могу, когда вот они вот так вот кучкуются. Опа. Так, пузырь, ты кислородный или нет? По-моему, нет. Да, это не кислородный. Ого-го-го-го. Гигантский хищник. А вот тот, по-моему, с кислородом, ребят. Но если мы его хотим поймать, нам вначале нужно от хищников от этих избавиться. Иди сюда, я не зря прокачиваю гарпун. Опа. Тихо, фу. Я сейчас думал, сейчас как заденем с тобой эту медузу. Да выпендриваюсь тут. И стоит, да? И стоит вот специально. Специально выжидает. Так, медуза, пошли прочь. Кыс, 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 кыс отсюда. Вот она идет, надменная рыбеха. Опа. Ну? То есть ты хочешь сказать, что я еще ее и не пробью? Да быть такой не может. Вот. Сколько там у тебя кислороду? Ага, кислороду. Она не кислородная, друзья мои. Она так, бутафорочка. Ага, поймал? Ну-ка. Опачки, 68%. А, как с куста. Вот тут очень много рыбы. Так. Ты же дорогая, по-моему, да? Рыбешка, ну иди сюда. Иди, говорю. Что ты мне тут кульбиты свои делаешь? Поймал. 1500, по-моему, стоит эта рыбка. Да, 1430. Ну, чего, чего, медузы, валите отсюда. Не нервируйте меня. Так, если сейчас вот эту всю... Ловим. Но новой рыбы здесь нету. Наверное, потому что я уже всех здесь выловил, да? Всех новых. То есть, ну, ловить мне здесь нечего. Сколько я получил? Ну, должен нормально сейчас заработать, если честно. Вау. 6292 монеты. И тут еще 3000.
Итого у нас почти 12,5 тысяч монет. Этого все равно мало. Так, есть новое задание. Вот бы съесть такую рыбку. 4 лесси. Слушай, я лесси эти встречал, но они очень редко. Так, интересно, что происходит. Рыбешки в океане так и кишат. Берите сети и вперед на рыбалку. До нас дошли слухи, что в большой пещере живет очень страшная плотоядная рыба. Доказательств нет, поскольку никто не отважился туда заглянуть. Так, это у нас... Это в пещерах. Это в пещерах, друзья мои. Значит, кишит рыбами, говорит, да? В пещерах. Но нам нужно в рифы, потому что в рифах у нас с тобой... Слушай, эти бычки, они где находятся? На поверхности или в глубине? Пойдем в глубину сходим. 62-й день. Рыбы косяком прям написано. Прям рыбы косяком. Опа. И... Охо. Ребята, новая рыба. Ты видел, какая была? И я ее, к сожалению... О, нет, вот она плавает. Ну! Твою же дивизию. Давай попробуем так сделать. Все это фигня полная. Может быть, ее как-то подбить можно? Есть, я ее поймал, друзья. Ну, подтягивай. А-а-а, ты понял, что она дает. Ребята, эта рыба сразу дает тебе металлолом. Ты понимаешь? То есть я ее ловлю и сразу получаю металлолом. Хм. Вот она, видишь? А тут, в принципе, и вот эта вот рыба дает металлолом. Даже это... А, нет, не больше, ребята, потому что их тут три. То есть одна дает 3 металлолома, а здесь одна дает 7. То есть на глубине, грубо говоря, можно неплохо зарабатывать. Именно металлолом. А как ты помнишь, чтобы мне... Так, внимание, сегодня хищники особенно активны. У тех, кто выходит в море, есть шанс встретить крупную рыбу. Крупную рыбу. Значит, хищники активировались. Если мы с тобой наберем 600 металлолома, да, 600, плюс ко всему монетки 20 тысяч, или сколько там, мы можем с тобой... попасть на другой материк. Ох ты, а что это она? Подожди. Хе-хе, ребят, я не понял. Нет, я нисколечко не возражаю в этом, вообще нисколечко. Но почему она здесь на поверхности делает? На тебе, поймал ее. Так, иди сюда. Тунец, ты где? Тунец. Тунец, вот он. Так, господи. Ладно, ловим тогда вот это все. Тунец, иди сюда. Нет, 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 ну зачем я? Вот так вот. Блин, мне кислородик нужен. Мне нужен кислородик. Это, по-моему, не то, что я думаю, да? Нет, это далеко не то, что я думаю. Так, новое достижение я какое-то получаю, ребята. Возможно, все. 3000 опыта. Возможно, все. Эть! Вот так, одним выстрелом всех хищников. Ну, очень мало сейчас, конечно, дают мне за это все. Мне нужно поймать тунца. Ну, как нужно? Хотелось бы заработать на тунце. Во! Вот кто мне нужен-то, ребята. На какой-то волне. На 8-й волне он появляется. Этот... Да иди ты, блин. Он взял, короче, ребята, и сожрал. Продолжаем ловлю. Не поймал, да? Да! Ой-о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 й
за дела-то, я не могу понять. Может быть, вот так вот сделать, в конце концов? Молодец. Сделал.
Так, тунец, это все понятно. Ой, тихо. Но эту рыбу я, наверное, не поймаю, да? Ладно, сдаюсь. Сдаюсь. Сколько я поймал этих бычков? Две. А нужно было... Уже не помню. Так, ну, 1500 фиг с ним. Обойдусь я без них. Сколько мне надо? А, мне нужно 4 поймать. Так, торгую с деталями. Хорошая погода. Нет, я все-таки поймаю эти 4 лесси, но это удивительно, что я дожил до 9, даже до 10 волны. Там даже 11, по-моему, уже была на подходе, да? Вот эта мелочь, вот, честно говоря, раздражает. Я ее сразу вот так вот выловить лучше. Сразу на третью волну переключиться. Так вот подкинуть все это дело, да? Ну, так вот, хопа. Четвертая волна. На-ка. На-кася еще. Так, ждем хищников. Так, пятая волна всего лишь. Вот так вот. Будете знать свое место. Так, это ты пузырь же, по-моему, насколько я помню, да? Пузырь. Хищники. Хищники, ребята, причапали. Медузу, блин, не увидел эту. Заплутала, понимаешь, это медуза. Этого надо выловить, а то достанет просто здесь уже мельтешить. Где рыба-пузырь, которая мне нужна в данный момент, чтобы восполнить тебе кислород? Ты же не пузырь? Нет. Эти хищники специально будут сейчас меня... Правильно, жрите свои, сами себя же. Вон он, пузырь. Ловим. Чук-чук-чук-чук-чук-чук. Подтягиваем, отлично. Так, восьмая волна, вот он. Вот он, ребята. Только бы не съели бы его. Успел, по-моему, я его. Успел я его захватить. Блин, на всякий случай надо вот эту еще поймать. Опа. Только не надо. Ты достал уже, а? Так, вот мы с тобой... Ох ты, а это кто такой, ребят? Вот это кто такой? Скажи-ка мне на милость. Это что? Это что я там поймал? Это вообще рыба там была или кто? Там какое-то чудище. Мне почему-то показалось, что какая-то как ворона. Ты заметил, что они съедают именно ту рыбу, которую мне нужно поймать? Тунец, иди сюда. На дорожку. Я на дорожку его поймал, по-моему, да. Слушай, сейчас улов был хороший. Вот, я же тебе говорю, что... Смотри, почти 6 тысяч. Что это кто-то новенький. Такой интересный. Так, ну здесь можно и глянуть. Слушай, 24 тысячи с половиной у нас, да? То есть я могу себе дальше прокачать гарпун. Или же кислород. Или же гарпун. Наверное, гарпун пока. Почти половина. Почти половина прокачана у нас, да, от этого гарпуна. Ну, давай еще одну, наверное, заходочку с тобой сделаем. Мне захотелось новый гарпун. Поэтому я пытался поймать побольше рыб, но напоролся на медуз. А мне прописан полный покой. Учись на моих ошибках и не переусердствуй. Сегодня высокие волны. Сегодня все отлично. Корги, вперед. Вперед, вперед. Нам нужно с тобой поймать одну лесси еще. Одну. Что нам поймать с тобой одну лесси? Высокие волны. Ага. Высокие волны. Ну-ка. Опа. А нечего тут жужукать. Так, вместе с медузами, правильно. Жух. Жух. На.
Пока этих нету, да? Хищных рыб. Можно тут немножко себе позволить. Вот так вот. Так, поймали. Сейчас ведь прискачут сюда. Приплывут. Начиная с какой там? С 8-й волны, по-моему, да? Все это начинается дело. Но не хотят сдуваться. Так, это рыба-пузырь, по-моему, у нас маленькая. Ага. Где? Кто? Что? Оп! Только бы не медуз, ребят. Всего лишь 49 монет. Что-то так мало мы стали зарабатывать с тобой. Ну, гарпун у нас бьет, будь здоров. На-ка тебе. Да не может быть. Не может этого быть. Я не пробил тунца. Давай, иди сюда, тунец. Вот так. Вот тебе и так. Тунец, я жду тебя. Поймал я его все-таки. Сколько он стоит? Не знаю, там вместе с какой... Так, маленькая рыбка кислорода. Давай, 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 подтягиваем. Окей. Так, где Лесси? Где я... Вот, вот Лесси. Вот она, Лесси. Лови, лови. Во. Ты видел? Вот она. Рыба-ворон. Да дайте мне... Да... Ты представляешь, они мне не дадут, ребят. Они мне не дали просто поймать Лесси. Точнее, я ее ловил, но они ее съедали. Запарили эти хищники. Если хочешь знать мое мнение. Просто запарили. Я продолжаю рыбалку. Вот так всех скопом. Пробил же? Пробил. Так, ну мне-то нужен кислород. А самое главное, мне нужна вот эта рыбка. Поймал? Да фиг там я ее поймал. Ой, что такое новое достижение? Какое? Охотник на среднюю рыбу. Это все, конечно, хорошо, что охотник. Ну что, 12 тысяч у нас с тобой есть. 12 тысяч монет. В новостях что у нас? Погода пасмурная. В такой день, как сегодня, долго порыбачить под водой не получится, понимаешь? Не получится порыбачить. Ну что, друзья мои, давайте мы с вами на этой ноте закончим это видео. Кстати, за просмотр каждого видосика я буду получать 35 металлолома. Поэтому сейчас я за кадром это и сделаю. А в следующей серии мы с тобой поймаем Лесси. Прокачаем, наверное, еще гарпун, кислородный баллон. А может быть, будем уже потихоньку собирать на новую лодочку. Пиши в комментариях, чего бы ты хотел. Ну, а мы с тобой прощаемся. Всем удачи и до новых скорых видосиков.